Всем привет! У нас новая рубрика «Собери Егора в школу». В общем, у нас такая ситуация. Портфели собрали на завтра. Завтра у нас понедельник, день учебный. Но у нас сегодня девочки вместе со мной были на выставке кукол. Понятно, что Егора мы с собой не взяли. По той причине, что, ну, во-первых, он мальчик. А во-вторых, там бы просто места даже не хватило. Вот. Он вроде как сначала и не обиделся, но, видимо, все-таки обида. В общем, в портфеле лежали учебники, а сейчас у нас будет шоу. Что же у нас Егор по-своему припас? Егорка, что припас-то? Ну, казалось бы, пенал, ничего необычного, но... Ну, пенал я, наверное... Самый пустой. Ничего, да, кстати, главное, из пенала, да, вынута была ручка с карандашом в единственном хорошем состоянии. А так ему дня на три ручки хватает, он их грызет. Дальше. Наверное, кальция не хватает в организме. Сок дырявый. Одна штука. Вот. Ему сейчас смешно. Лера уже сидит, захихикивает. Миш, покажи носок ближе. Я не понимаю, что он с ним сделал. Он его кушал, наверное, его не кормили. Я не знаю, вы посмотрите, что делается. Это... Ведь это не просто протертый носок. Это новый носок. Который уже дырявый. Но он вот так, в таком состоянии. Игрушка. Одна штука. Так, Лер, не хихикай, Лер. Клей. Не закрытый. Открытый. Да, открытый. Наверное, чтобы все остальное склеилось я и не рассыпалось. Это, наверное, закладка или денежка, я так и не понял. Нет, это он делал бумажку для денег. Чалпак, да, подожди, подожди. Клей надо вывернуть. Егор, выверни его и закрой. На, забивай. Карандаш. 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 Даже странно, что... Ага, один сгрызенный, другой нет. Карандаш. Лера, не хихикай. У Леры истерика. Карандаш. Значит, он у меня забрал. Снежа, ты в колготочках, Снеж. Иди сюда на диван. Он у меня один карандаш забрал. Он у тебя забрал? Так это твой карандаш? Да, у меня такого не было. Ручка. Ручка. Кстати, еще пока не сильно обгрызена это. Ничего, еще живая. Сверло. Так. Егор, ты где сверло взял? Конструктор. Ну, конструктор, ладно, это его. Очки. Без футляра. Братцы мои, такие дорогие очки. Мы их месяц ждали, линзы. Их карандаш. Не было. Карандаш. Егор, если ты эти карандаш. Очки раздавишь... Стиражка. Это как раз твое... О, стиражка. Не скажи вслух только пособие. Что-то. За месяц. Бумажка. Я пока учебников с тетрадками не наблюдаю. Бумажка, а их нет. А где они? На их нет. Лера, не хихикай. Вот вы представляете, он бы опять в школу пришел, если бы я вот не посмотрела. Ну, я, конечно, утром теперь, я уже умная. Я теперь каждое утро у него проверяю портфель. Еще бумажка. Потому что меня уже несколько раз Светлана Владимировна говорила, что Егор у вас не готов к уроку. Я говорю, ну, понятно, мама-то. Не проследила. Ну, как бы, в принципе, и все. Все, да. Ну, вот так вот у нас готов Егор к урокам. Егор, нормально все, Егор? Да? Все хорошо? Mm-hmm. Ну, как хорошо-то показывает? Ну-ка, лайк-то покажи, как показывает пальчик вверх-то. Вот так вот пальчик вверх. Не, Миш, нас гид не надо. Ну, что мы хотим сказать? У нас один вопрос. Да, к Егору Сергеевичу? Приехали. Где взял сверло и зачем его положил в портфель? Да, кстати, мне тоже... Нет, это уже два вопроса. А папа искал, где сверло. Школу, наверное, ремонтировать пошел. Лер! А папа искал... Это чтобы не сдавать на ремонт, Миш. Да, ну, чтобы не сдавать на ремонт, он сам пошел, чтобы взял свою сверло. Нет, это карандаши. Ну, плевать. Правильно, Егорка. Чтобы не сдавать в ремонт фонд школы на ремонт, мы им сверло туда принесем. Ладно, шутки в сторону. Егор, ты понимаешь, что папа может вот искать потом это сверло, оно ему нужно. Это не игрушка. Вот футляр. Вот футляр. Очки в футляр надо убрать. Эти футляры не спадут. Это я ему дала футляр. Да. Носок я, пожалуй, тебе оставлю. В общем, вот так. Вася тоже тихо сидит, хихикает. Ладно. Надеюсь, мы вам настроение подняли, если у кого было грустненько.
У нас тут совсем не грустненько. У Леры даже истерика. В принципе, у нас каждый день анекдот. Но вот так снимать и постоянно монтировать просто некогда. Очень было отснятого материала много, но это все нужно монтировать. Монтировать-то ладно, полбеды, выкладывать. У нас ноутбук подсоединен к интернету. Еще один носок. Ложь. Да. Снеж, не перебивай меня. К интернету от Ростелекома. Других вариантов у нас сейчас нет. В частный дом к нам оптоволокно не хотят везти. Мы готовы были даже заплатить, но вот, ну, в общем, отказывают нам в этом. А от Ростелекома у нас такой интернет черепаший. В общем, у меня ролик выкладывается сутки иногда. И у меня очень большое отставание по времени. И вот это все снятое, в общем, пропадает. Жаль, конечно. Ну вот сейчас мы телефон еще купили, другой. С этого телефона можно немонтированное выкладывать. Просто склеенное. Тоже иногда этим будем пользоваться. Потому что на телефоне у меня отдельный интернет для работы. В общем, иногда буду выкладывать ролики без монтажа. В общем, я рада, если я кого-то, может быть, улыбнула. Если у кого-то настроение поднялось. Да. Егор пытается сделать виноватый вид. Все равно улыбится. Угу. Но улыбку еле сдерживает. Да ладно, похихикай, Егор. Ну. В общем, всем пока и всем хорошего настроения. Мы хотели ролик закрыть, но у нас девчонки подняли палас у Егора. В общем, у нас дубль 2. Миш, ты этого не видел еще. Я не могу больше. Поднимай, Миша, поднимай. Мы всем покажем. Вот так у нас. Карандаш. Слушайте, братцы, это у нас практически вот через день это бывает. Какая-то лягушка или самолетик, что он там делал. Они сейчас в школе оригами проходят. Вот. И плюс у него мания к деньгам. Он у нас печатает, делает деньги. Стрижет бумажки. Я все переживаю, как бы он до документов не добрался. Я ему, конечно, тетрадки показала, где лежат те, которые можно постричь. Но если они кончатся, неизвестно, что он может взять. Ну что, фальшивомонетчик? А? Егор, накажут. Нельзя подделанные деньги. Да. Только государство может денежки выпускать. Ты не имеешь права делать. Он, конечно, мало чего понял из того, что я ему сказала. Еще это что такое? Набор от Егора, как бы, листочек. Что ты там нашел у него? Книга. Пидянка. Это наша книга. А это... Слушайте. Карандаш. Лер, потерпи. А это он куда собрался? Карандаш, я понятия не имею. Это у меня пакет из-под лыжных ботинок. Пятерка. Вот он еще у нас умудряется пятерки пятерка получать. Большая. Миш, я снимаю только одни твои ноги. Получается так. Да, зачем? Бусинки. А зачем ты у Жанны бусинки взял? Я их не взял. Третий набор. Ручка. Еще один клей. В общем, он в каждый пакетик чего-то насобирал. Куда он собирался, мы не знаем. Картон. А, подожди, Миш. Этот пакет у него был, он труды носил. Для трудов. Ух, труды. Но денег целый мешок. Это уже доллары зеленые. Кстати, да. Он бумажки. Лера. Мне смешно на Леру, у нее истерика. Он в бумажке. Простите, пожалуйста. Он бумажки раскрашивает зеленый цвет. Откуда он знает, что доллары зеленые, я не знаю. У нас нет долларов. У нас только 200 рублей зеленые. Денежка. Нет, там все нормально, там курточки. Ладно, Миша, помаши всем ручкой. Всем пока. Всем пока.